Добрый день всем из Одессы. Сегодня 18 июля 2024 год. Мы с вами в Черном море, друзья. В Черном море. Погодка сегодня шикарная. Немного есть облака. Поэтому на пляже можно находиться дольше, чем обычно. Потому что ближе к обеду солнце жарит уже просто по-сумасшедшему. Аж кожа слазит. Вода шикарная. Посмотрите, какая чистая вода сегодня. Но хочу признаться, такая вода не на всех пляжах. О, медуза плавает. Смотрите, какая красивая. Такая водичка не на всех пляжах, я вам хочу сказать. Смотрите, какая медуза классная. Корнерод. Она, кстати, может ужалить. Этот самый. Очень много пляжей. Вода просто зеленая. Просто водоросли миллион. Невозможно зайти в воду. Вот. Я подыскал пляж, на котором относительно водичка прекрасная. Причем как у берега, так и там дальше в глубине. Чистая-чистая. Шикарно. Смотрите, какая вода. Просто прозрачная. Плавает эта медуза. Что у нас по обстановке? По обстановке все спокойно, слава богу. Тихо. Тревога была ночью. Вот. Но без последствий. А так все у нас более-менее спокойно. Так сказать, обстановка спокойная, но стабильно напряженная. Ну, пока есть возможность. Пользуемся этой возможностью, купаемся в море. Пока море чистое. Пока обстановка позволяет. Свет отключают. Кстати, сегодня у нас после полуночи света побольше, чем вчера. Уже его выключают на меньшее время. И дают дольше. То есть уже не по 3 часа. Сегодня с утра, по-моему, свет был часа 4. Вот. А отключали ночью на 2 часа. Так что есть надежда, что со светом будет небольшой просвет. Будет улучшение обстановки. Ладно, всем хорошего дня. До встречи в новых видео. Пока.